футбольный матч. У нас здесь наш сегодняшний капитан, шестой номер, Александр Солдатенков. Рядом с ним Дмитрий Баранов, 13-й номер команды, 33-летний полузащитник. И что мне всегда нравится в Дмитрии Баранове, видим мы его уже в четвертый раз. Спрашиваю я у Сергея, возможно, это мода такая? Или Дмитрию Баранову нравится? Я сейчас абсолютно без каких-либо претензий. Но он очень сильно заправляет всегда футболку в трусы. Чуть ли не натягивает их буквально до неприличия. Два чисто номинальных нападающих, если брать стартовый протокол. 20-й Евгений Лямцев и 10-й Сергей Анохин. А это Антон Зиньковский. Первый удар по воротам Максим Блинов, естественно, ликвидирует, потому что не самым сильным удар у Антона получился. Про тренера я уже сказал, это знаменитый калужанин Виталий Анатольевич Сафронов, известный многим. Активно начали чертановцы! Неплохо, неплохо. Это Роман Ежов поразил сетку, но с внешней стороны ворот. Ну да, по легенде Константин Салковский всегда на даче жарил не шашлыки, а именно люля-кебабы по местному калужскому рецепту. Вкус потрясающий, а здесь удар через себя практически с разворота. Аплодируют местные болельщики. Им понравилось то, что произошло на 8-й минуте этого матча. Но все-таки в теннисе Сергей разбирается, конечно, чуть получше, чем в футболе. На это мы всегда делаем скидку и относимся чуть снисходительно. Это Влад Сарвели, к нему мы относимся всегда очень пристрастно, потому что футболист подает большие надежды, и надо их оправдывать, например, как сейчас. Уже штрафной Влад. Ну, была возможность для удара. Рома Косичук. Была рука. Аверьянов. Пенальти. Пенальти. Кто будет бить? Мы не радуемся. Мы знаем, что пенальти тот же Косичук порой не реализует. Да, в Орле он не забил. Ну и сейчас вновь Косичук исполняет этот удар. Разбег. Нет слов. Нет слов. Не забили 4 подряд пенальти. В том числе Думбия. В том числе Алан Загоев, в том числе другие личности. Ну вот, и у нас схожие проблемы. А что здесь? Не, ну, матч вечер перестает быть томным, Максим, потому что теперь пенальти в наши ворота, к сожалению. Здесь, наверное, тоже будет желтая карточка, я так понимаю. Ну а что, если говорить о предыстории, то Андрей Конаков на самом деле тоже пенальти-то тащил у нас. Маху тоже забивал Чертанова как раз в матче второго круга. Смотрим за разбегом. Артема бьет и попадает точно в нижний угол. Молодой футболист, чуть больше 20 лет ему. Артем Махота, номер 8. Реализует пенальти Калуга. А это удар! Ну не, ну Андрей Конаков, он тащит и не такое, да, даже сейчас не хочется кричать, вот это вот наше фирменное, тащит Конаков, ну, просто сделал свою работу. Здесь втроем против четверых еще и помогает Ежов, можно попробовать, Зиньковский в центр, к сожалению, и Рома, и вышел один на один, и продолжается атака, вратарь-то лежит на поле, Косинчук, удар что ли был или не был, что там было, непонятно. И вот человек с флажком, который бегает рядом с ним, которого мы не представили, кстати, до сих пор. И он спиной все-таки находится к Аверьянову и не видит этого нарушения. Но это был фол же, нет? Гол! На центр! Влад, Сарвели забивает. А вот сейчас правильно сделал Аверьянов. А ты видел, как сделал Аверьянов? Вот ты начал его говорить, что он... Что вижу, то пою, да? Не стал свистеть, когда сфалили на косячке. Хотя, возможно, травма сейчас серьезная. И даже не спрашивая Аверьянова, бежит Сергей Юрьевич Артамонов. Ну что, друзья, второй тайм начинается. Извините, что вовремя не успели мы выйти. Здесь проблемы небольшие возникли технического характера. И буквально на второй минуте второго же тайма Влад Сарвели забивает второй гол.
футбольного клуба Чертаново была заварушка в чужой штрафной, и Влад успел мяч протолкнуть в ворота мимо Блинова. Дубль Влада Сарвели, его третий мяч в этом чемпионате, и мы впереди со счетом 2-1. Ты рассказал буквально все. Все правильно, как будто человек присутствует на планерках в нашей команде. Опасно здесь может быть, надо накрывать, накрывают, втроем уже против, ну надо здесь, что далеко. Но отходит все-таки Рома, и Сергей будет этот удар исполнять. В стенке 4 человека, Хабаров бьет действительно рядом со штангой, между прочим. Засветившийся и в премьер-лиге Сергей Костевич, из-за которого, да, был удален, например, Андре Вилош-Бош в матче с... Истериком, Максим? Иван Сараев, да, я думаю, сказал что-то не то. Ну, кстати, Сергей Костевич тоже был, да. Тоже известный Иван Сараев. И вот еще одна желтая карточка. И вот здесь уже, конечно, все совсем серьезно. Сергей Хабаров удаляется с поля. Наш самый опытный футболист получает вторую желтую карточку и... Более получаса нам играть в меньшинстве. Я не знаю, как можно уйти в раздевалку. Что здесь? Опасно! Ловит Конаков! Да, ну концовка матча будет огненной. Мы привыкли вспоминать Лиски, самые памятные минуты, наверное, геройство нашей защиты. Здесь может получиться что-то подобное. Ну, не привыкли мы отбиваться, это не наше, прямо скажем так, дело. Хотя, может быть, и следовало, да, с точки зрения игры на результат, сейчас закрыться, построить автобус и попробовать выиграть этот матч. А сейчас потащил, да. Андрей Конаков, но удар был не очень сильный, наверное, поэтому не так много у нас эмоций. Продолжает Калуга владеть мячом. Все наши футболисты за линией мяча, кроме Влада Сарвели, то есть 8 полевых. Редуты достаточно серьезные, но вот Антош Зиньковский, молодец, отрабатывает, выбивает мяч. Вау, в недодачу, я на дачу. Ну не прошла передача, атакует Калуга. Опасно может быть, навес последует от линии ворот. Конаков на выходе кулаками из штрафной выбивает мяч. С тем, что мы должны этот матч выиграть. Ну сколько можно? Уже переиграли 45 секунд. 45 секунд, уже минута. Скоро будет две замены. Был у нас перехват. Жижин на мяч, иди. Все! Все, 2-1. Мы второй раз в этом сезоне обыгрываем Калугу вслед за победой 4-0 в кубке. Теперь 2-1 в чемпионате. После 4 поражений с минимальным счетом победа. 2-1. Дубль Влада Сарвели. Отличная игра каждого из нашей команды. Давайте назовем сегодня всех, кто выходил на поле. Вратарь Андрей Конаков, в защите Паршиков, Солдатенков, Кондаков, Бартасевич. В опорной зоне Хабаров, удаленный с поля. Все равно спасибо. Камышев, Ежов, Косинчук, Зиньковский, Сарвели. На замену выходили Селюков, Жижин. Помогай, Максим. Андрей Захаров. Солдатенко он называл, кто на замену выходил. Мог кого-то забыть. Ну, прости, родной мой товарищ Рудковский. Егор, да, ну вот мы вспомнили тебя, спасибо.